Сегодня в первой детской больнице Казани врачи встречались с теми, кого буквально выносили на руках. В преддверии Международного дня недоношенных детей медики собрали когда-то совсем крошечных пациентов. Для кого каждый грамм имеет серьезный вес в жизни, расскажет Алия Сафина. Сейчас Дина с удовольствием играет вместе со своей старшей сестрой Жасминой. Рисует, знает цвета. Словом, обычный ребенок. 4 года назад, когда она родилась с весом 970 граммов, врачи боялись, что она просто не выживет. И только Диляра Фаизрахманова верила в чудо. Материнское сердце не обмануло. Через 3 месяца их выписали из больницы. Дина весила уже 2 килограмма. Нужно верить в ребенка обязательно. И нужно все равно, чтобы не говорили, чтобы... никого не слушать и все равно верить в ребенка и заниматься полностью им. Потому что дети, рожденные раньше своего срока, они... Сейчас немножко успокоюсь. Эту историю маме до сих пор тяжело вспоминать, но на встречу с врачом, которая сотворила чудо, с ее дочкой пришла. Именно Галия Юсупова, врач-неонатолог первой детской больницы, вела малышку от первого вздоха и до выписки. Впрочем, видится она с маленькой пациенткой часто, и не только во время приема. Я хочу сказать, что эта мама, она достойна всяческих похвал. Ну, 70%, наверное, вот то, что вот Диночка такая выросла, умненькая, хорошая, не отстает, ходит в садик. Совершенно адаптированный, нормальный ребенок для своего возраста. Это ее заслуга. Ну, мы прошли с ней все этапы. Этап реанимации и все болезни, какие могут быть только у недоношенных. Шанс на нормальную жизнь дают малышам и опытные врачи, и новые технологии. За 10 лет появилась такая техника, о которой раньше можно было только мечтать, говорят неонатологи. Каждый год только в первой детской больнице спасают около 100 детей. Раньше считалось, что если ребенок не дышит, значит, он, ну вот, я не знаю, как сказать, чтобы это было понятно. То есть, значит, его заносили, что он не живой, да. То есть сейчас, конечно, есть 4 критерия. Это и движение, это сердцебиение, да. И вот решение, что сделать. И первую манипуляцию надо провести в первые 60 секунд. Этому малышу всего несколько дней, вес около килограмма. Врачи говорят, шансы вырасти большим и сильным у него есть. Доказательство – полный зал здоровых и крепких детей, которые тоже когда-то поспешили появиться на свет. Алия Сафина, Айрат Каюмов, Вести, Татарстан.